Всем привет! Это IT не обойти, и я Оксана Очкасова. Каждый день в мире технологий появляются новые изобретения, а информатизация общества становится все более глобальной. Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе. Смотрите в сегодняшней программе. Мобильное приложение на службе образования. В Чувашии появилось первое мобильное приложение школы. Мошенники в интернете. Как обезопасить свои пластиковые карты? Как виртуальная реальность помогает изучать космос? С каждым годом трафик мобильного интернета растет в геометрической прогрессии. По статистике, около 67% от всего потребления интернета приходится на мобильные устройства. К 2018 году этот процент, по прогнозам, вырастет до 89%. О чем это говорит? О том, что больше половины нашей жизни сосредоточено в наших смартфонах. Пользуясь мобильным интернетом и Wi-Fi, мы оплачиваем свои покупки, находим нужную нам информацию, играем в игры, общаемся с друзьями и следим за новостями. Именно поэтому рынок мобильных приложений растет также в геометрической прогрессии. Каждый день в Google Play и App Store появляются десятки, а то и сотни новых приложений. Они помогают считать финансы, организовывать рабочий день, планировать тренировки, считать шаги, измерять пульс и даже следить за нашим передвижением. Есть приложения для работы, отдыха, личных финансов, игр и социальной жизни. В Чебоксарах появилось первое приложение для школы. Кто его создал и зачем, узнаем в следующем сюжете. Приложение для школы не позволяет что-то купить или продать, зато оно может объединить пятиклашек с выпускниками. Многие интересные течения, которых ученики, возможно, могут не знать, а в этом приложении мы раскрываем эти статьи, как бы эту информационную часть. Ну, мы показываем, что такие вещи есть, что мы не против того, чтобы вы этим интересовались. Мы даже за. То есть дети могут всегда оставаться в теме, независимо от того, поболели они или там где-то побывали. То есть если они выпали на какое-то время из школьного вот этого всего потока, они могут быстро вернуться туда, посмотрев новостную ленту или еще что-нибудь. То есть наше приложение дает такую возможность. Джимап, как рассказали ребята, есть вся информация о жизни гимназии, от расписания до топ-5 новостей за день. В новой версии появится еще и чат. У нас есть раздел новости, в котором мы публикуем различные прошедшие события, отзывы о них, всякие презентации с этого мероприятия, впечатления детей, которые были на этом мероприятии, или учителей. У нас есть раздел «Ближайшие события», в котором мы можем увидеть объявления о олимпиадах, о каких-то первенствах по плаванию, школьных конкурсах, о школьных мероприятиях и еще о чем-то интересном. Есть раздел «Переменка», в котором мы, то есть наша команда гимназистов, пишет различные интересные статьи на совершенно разные тематики. Мы брали интервью с нашими коллегами, есть еще один проект «People of Gymnasium», с выпускниками, которые рассказывали о своей жизни после школы. Мы пишем статьи сами. Дальше мы можем увидеть раздел «Гимназический креатив». Там наши гимназисты выкладывают свои проекты, свои некие задумки, идеи. Старшеклассники хотели сделать джимап, чтобы познакомить новых учеников с жизнью в гимназии. Но позже ребята поняли, что когда пятиклассник получит всю нужную информацию о школе, он просто удалит приложение. В первую очередь мы планировали сделать электронное приложение для пятиклассников, которым еще трудно ориентироваться в нашей гимназии, они новички. И в первую очередь вообще у нас была небольшая интерактивная карта по гимназии. То есть если новичок не знает, куда идти, в каких ситуациях, он мог обратиться к этому приложению, скачать его и узнать основные моменты. Но скоро мы как-то переделали это приложение и добавили очень много новых функций, и все это переросло в нечто большее. Сейчас это некое средство массовой информации, гимназическое дополнительное. И сейчас мы планируем улучшить наше приложение, добавить еще больше функций, чтобы интересное приложение было не только для учеников, но и для взрослого поколения, то есть для учителей, для родителей.
Сейчас проект находится на стадии доработки. Ребята собирают мнение пользователей. Кстати, само приложение было создано с помощью конструктора. Интересно, что у нас нет в команде человека, который программировал все это, потому что мы, наверное, большинство гуманитарии все в нашей команде. Да, и мы вышли из ситуации очень интересным образом. Мы сами программу не писали, а нашли интересный конструктор, где не нужно знание программирования, и создали приложение. И это очень быстро все произошло. Основным мы вообще занимались приложением, наверное, год, его проектировали, создавали. Это продумывание разделов, чтобы именно это было интересно всем. Сейчас актуальную информацию о гимназии чаще всего размещают в электронном дневнике. Это не всегда удобно для школьников, которым нужно сесть за компьютер и зайти в свой дневник, чтобы узнать что-то нужное. Например, в электронном дневнике очень много официальной информации, а иногда хочется увидеть ее в какой-то легкой форме. Не всегда понимаешь, что происходит в школе. А в GMAP можно узнать об этом легко и доступно. Также оно мне очень помогает с расписанием, потому что не всегда можно подойти к компьютеру и зайти на сайт и узнать, какое уже у тебя расписание. А в GMAP есть такая функция, он всегда с тобой. Пока над проектом работают 5 гимназистов, но вот раздел пополнять может любой желающий. Ребята надеются, что приложение поможет новичкам в их школе стать частью гимназической семьи. Развитие мобильных приложений, с одной стороны, делает нашу жизнь проще, а с другой является раем для мошенников, которые так и норовят отнять наши деньги и использовать их себе во благо. Количество случаев мошенничества увеличивается с каждым днем, хотя со всех экранов и из всех приемников на нас сыплется море предупреждений, чтобы мы были бдительны. Человек – существо разумное, но не всегда. Как не попасться на удочку мошенников и сохранить свои деньги в нашем сюжете? Сегодня мобильный банк есть у каждого. Его основные преимущества – удобство и существенная экономия времени, ведь смартфон всегда под рукой. Это позволяет применять мобильный банк в качестве полноценного платежного инструмента. Мобильные технологии сейчас выходят на абсолютно новый уровень, и смартфоном можно пользоваться практически как компьютером. Однако, если клиент пользуется телефоном, то он меньше отвлекается, так как экран вмещает куда меньше посторонних объектов. Кроме того, в официальных приложениях от банков нет лишней информации. Однако, если вы предпочитаете активно пользоваться смартфоном, то у вас могут возникнуть проблемы. Достаточно проблемным у нас вопросом остается, значит, использование вредоносных программ. Граждане сами себе закачивают вредоносные, в большинстве случаев закачивают сами вредоносные программы, не понимая того, что делают. Как правило, такие моменты у нас бывают еще и в отношении, значит, со стороны детей, которым, значит, родители передают сотовые связь свою, ну, телефоны, поиграться, планшеты и так далее, после чего они начинают там бесконтрольно, притом, значит, устанавливать какие-то программы, значит, устанавливать, убирать, далее, значит, перезагружать, еще что-то делать, какие-то махинации совершать действия. И, как правило, в таких ситуациях они закачивают на планшет, телефон и так далее вредоносную программу, которая потом с их же помощью устанавливается и начинает работать. Ну, после заражения в пределах где-то 24 часов вредоносная программа начинает активизироваться, и если вы, допустим, у вас денежные средства похитили 10 числа, 9 числа произошло заражение. В этом случае деньги с вашей банковской карты утекают на номер злоумышленника или на его счет. При этом уведомления о движении средств вы не получаете. Чаще всего это происходит у владельцев смартфонов на платформе Android. Со второго квартала 2015 года и по первый квартал 2016 киберпреступники украли на 44% средств больше, чем за предыдущий отчетный год. Об этом сообщает компания Group IB. При этом урон, нанесенный пользователем смартфонов с операционной системой Android, вырос на 471%. Как защитить свой банковский счет от мошенников, рассказали в Сбербанке. То есть принципиально, наверное, если обозначить вещи более, ну, покороче, да, это защита своего мобильного устройства от несанкционированного им управления. То есть это либо защита его от физического управления там кем-то посторонним, то есть это пароли на вход в сам телефон или там компьютер, предположим, да. Соответственно, это своевременное информирование мобильного оператора или банка
об отключении услуги мобильный банк, в частности, или о блокировании сим-карты. Это обязательное информирование и отключение услуги мобильный банк, информирование банка при переходе на новый номер. Это обязательно, потому что надо понимать, что если вы перешли на новый номер, а прежним номером не пользуетесь, то через какое-то время, там, по-моему, через полгода, что ли, мобильный оператор передает этот номер в пользу другого абонента. Соответственно, если там мобильный банк не отключен, то другой абонент, увидев смс-сообщение от банка, может теоретически увидеть остаток на ваших счетах там и произвести какое-то там списание денег. Надо понимать, как вот, ну, принципиальную схему работы мобильного банка. Есть мобильный телефон или мобильное устройство клиента и есть банк. То есть мобильное устройство клиента или клиент, используя мобильное устройство, подает банку команду, поручение на осуществление той или иной операции, то есть перечисление денег там куда-то и так далее. Банк, получив поручение клиента, естественно, перепроверяет, то есть направляет смс-сообщение в обратную сторону на тот же телефон, который в базе банка именно обозначен самим клиентом, и уточняет, вы точно, ну, там формулировка немножко другая, да, для перевода средств на счет там такой-то или на карту такой-то, значит, подтвердите, ну, введите, точнее, пятизначный, значит, код определенный, и там есть предупреждение всегда, если вы такого, значит, перевода не делали, то обязательно позвоните в банк, предупредите. Вот, то есть банк уточняет, действительно ли такое поручение было. Еще один вид мошенничества – фишинговые сайты. Мошенники похищают средства с помощью форм оплаты товаров. Вы вводите реквизиты своей банковской карты, но вот деньги получает не банк. Фишинговый сайт по образцу и подобию, он напоминает оригинальный какого-то, значит, определенного оператора. Да? Но у нас, как правило, фишинговые сайты используются по принципу идентичности Сбербанку, ну или другим банкам, через которые они пытаются взломать какую-то систему, да, они внешне очень похожи, напоминают, то есть клиент, если заходит на этот фишинговый сайт, он не понимает, что попал на страницу злоумышленников. Он думает, что работает у своего оператора по переводу денежных средств. Далее, значит, ему предлагается ввести номер карты, значит, CVV-код, допустим, там еще какие-то, номер телефона, еще какие-то дополнительные виды, да, срок действия, допустим, может быть, карта и так далее, после чего эта информация напрямую попадает к злоумышленникам. Как правило, такая, значит, ситуация бывает в режиме онлайн. Далее злоумышленники вам могут перезвонить с предложением о том, что вы сейчас пытались совершить операцию, она у нас не пошла, сайт завис и так далее, и далее уже провести свои действия, направленные на снятие денежных средств. Как определить, что фишинговый сайт является фишинговым, да? Ну, прежде всего, значит, ситуация здесь очень простая. Необходимо обратить внимание на адресную строку, где, значит, в случае с фишинговым сайтом не будет стоять так называемый замочек, да, указывающий на зашифрованный протокол. Потому что все обращение с банками, допустим, с другими какими-то платежными организациями проходит по зашифрованному протоколу. Следует помнить, что банковская карта – это ключ от вашего счета. Ее стоит беречь так же, как и ключ от квартиры. При использовании смартфона лучше обращать внимание на официальные мобильные приложения. Для оплаты покупок в интернете завести отдельную карту без кредитного лимита и всегда следить за движением средств с помощью мобильного банка. Многие изобретения, которые мы видели только в фантастических фильмах, уже вошли в нашу жизнь. Умные дома, нативная реклама, которая находит и догоняет нас на просторах интернета, а также сбор информации о нашем поведении. Фраза «Большой брат следит за нами» давно стала реальностью. Любой ваш выход в интернет посчитан и проанализирован. Например, владельцы сайтов, подключив Яндекс.Метрику, могут посмотреть все действия каждого человека, который зашел на их сайт. Метрика знает, с какого устройства вы заходили, какой у вас браузер, сколько времени вы провели на сайте и сколько страниц посмотрели. А инструмент под названием WebVisor позволяет даже посмотреть видео ваших действий от момента захода до момента выключения. Именно эти данные помогают интернет-маркетологам делать сайты более удобными для вас и продавать вам больше, используя ваши слабости. Какие еще технологии из фантастики вошли в нашу жизнь, расскажу прямо сейчас. Виртуальная реальность.
Вы наверняка смотрели фильмы типа «Чистильщик» или «Люси», в которых человек становился частью виртуального мира и в конце концов пропадал полностью. Конечно, это аллегория, но те, кто втягивается в виртуальный мир, действительно пропадают. Правда, не физически. Для этого даже термин медицинский есть – интернет-зависимость. Но не всегда виртуальная реальность бывает во вред. Так, например, аэрокосмическое агентство НАСА использует технологии виртуальной реальности на тренировочных полигонах астронавтов для подготовки к новым космическим миссиям. Еще одна разработка на службе науки – это перчатки, которые позволяют отражать ваши руки в дополненной реальности. С помощью таких перчаток и шлема астронавты могут тренироваться перемещаться внутри космического корабля, трогать разные предметы и учиться ремонтировать различные модули ракеты. Сейчас ученые работают над воссозданием 20 километров интерактивного окружения Марса на основе игрового движка. С его помощью астронавты смогут виртуально путешествовать либо пешком, либо на виртуальном ровере. Уровень детализации запредельный. Точная топография, аутентичная гравитация, освещение и разнообразные задачи, которые будут ставиться перед астронавтом. За последние годы роботизированные самоуправляемые автомобили получают все большее распространение. Существуют как беспилотные автомобили-прототипы, так и вполне рабочие образцы, которые даже внедряют в эксплуатацию некоторые компании, занимающиеся частным отвозом, например, Uber. Стоит сказать, что все подобные автомобили подвергаются достаточно дорогостоящей модификации. Но недавно инженер-любитель из Мельбурна продемонстрировал систему управления, которую возможно установить на практически любой автомобиль. Стоимость такой системы составляет всего около $1000. За изобретением стоит Кэрон Маккензи, установивший свою систему управления на автомобиль Ford Focus. Керон заменил ультразвуковые парктроники несколькими миниатюрными камерами, данные с которых передаются на платы контроллеров серии Arduino. Сами платы подключаются к штатному компьютеру автомобиля. После этого Arduino получали доступ ко всем подсистемам автомобиля, отображая информацию о работе каждого узла. Стоимость платы камер вылилась Керону в сумму $770 плюс около $200 на мелкие расходники. Из-за малой вычислительной способности Arduino их, конечно, нельзя использовать на загруженных дорогах. Зато система вполне комфортно чувствует себя на пустынных хайвеях, где машин не так много. Автор не рискнул использовать свое изобретение дольше 10 секунд, о чем и рассказал, а также пояснил технологию производства в своем видео. Третье изобретение не улучшит вашу жизнь, но сделает ее радостнее. Его придумали энтузиасты, которым в руки попал микрокомпьютер Arduino. И они постоянно делают разные гаджеты, выпускают какие-то конструкторы для начинающих схемотехников, строят игровые автоматы для своих подвалов и многое-многое другое. Австралийский дизайнер Марк Уиллер и вовсе создал музыкальный стол для игры в настольный теннис, который подстраивает знаменитые композиции под ваш темп игры. Изобретение не бог весть какое полезное, но что-то забавное в столе Ping-Pong FM определяет. Есть. В самом начале игроки выбирают песню из списка доступных, а затем начинают играть в пинг-понг друг против друга. Параллельно начинает играть музыка, которая аккуратно подстраивается под ритм движения игроков. Для этого каждая ракетка снабжена встроенными микрофонами. Аудио с микрофонов поступает в компьютер, обрабатывается, и система делает вывод, когда шарик ударяется о ракетку, а когда пролетает мимо. Чем быстрее вы играете, тем быстрее играет музыкальная композиция. Играете медленнее, замедляется и музыка. Как только шарик падает на пол, музыка прекращается, и нужно начинать игру заново. Идея создать подобный игровой автомат пришла к Уиллеру внезапно. Он вместе со своими друзьями работал в офисе, где на обеденном перерыве они частенько сражались друг с другом в пинг-понг. Дизайнеру просто захотелось привнести нечто новое в классическую игру, придуманную более 100 лет назад. На сегодня все. Используйте технологии себе во благо и упрощайте свою жизнь. Смотрите IT не обойти на национальном телевидении Чувашии и на нашем канале в YouTube. А я с вами прощаюсь. Всегда на связи Оксана Очкасова.